Мой заказ из iHerb пришел. Вы часто меня спрашиваете показать вам всякие продукты, которые я покупаю, такие полезные. Вкусные, конечно, но полезные. К сожалению, конечно, я знаю, что многие из вас не могут это приобрести, так как вы живете в Европе, просто по всему миру. К счастью, есть магазин, который называется iHerb, где можно заказать всякие полезные такие вкусные вещи, и они могут по всему миру вам доставить эти продукты. Я знаю, что многие русские обожают этот сайт, потому что если пойти на этот сайт, половину ревью... Отзывы все по-русски, так что я знаю, что многие русские используют этот сайт. И, короче, сегодня хотела с вами поделиться, что же я там купила. Если мне нравится это, если я вам советую, если я вам что-то другое советую, конечно, будет интересно. Еще этот сайт очень классный, потому что там все дешево. И наверх этого, если вы введете какой-то код, вы можете получить $10 скидку. Или если у вас заказ меньше, чем $40, вы получите $5 скидку. Даже если вы купите что-то на $6 и вы введете этот код, вы получите $5 скидку, так что за $1 вы получите эту вещь. Просто великолепный сайт, обожаю, как он работает. Так, давайте приступим, что же я там купила. Я все это получила примерно полчаса назад. Сначала я вам покажу чипсы из овощей. Да, правильно, вы слышали. Открою для вас такой секрет. Я в каждом фаворите видео, или «О, да, я в восторге», хотела сказать, что я люблю вот эту вещь, но как-то я не хотела это говорить, потому что впервые вы это не найдете в России. И вторых, если я вам расскажу, тогда вы можете раскупить все вот эти чипсы, и для меня не останется они. Решила с вами сегодня поделиться, что кейл чипсы, кейл это такой овощ, как такой леттес, его высушивают так, что не убивают все витамины и энзимы, а дехайдрейтер такой называется, добавляют такие орехи туда, всякие spices, соль, там я не знаю что. Эта вещь обалденная просто. Я нашла это на iHerb и решила попробовать, узнать, есть это настолько же вкусно, как у нас в Канаде продаются. И нет, это не настолько же вкусно. Но я взяла такой очень странный вкус, потому что на этом сайте есть отзывы. Дайте по отзывам, какие самые вкусные вкусы, там всякие выборы, да. И берите вот этот вкус. Вот этот не был самый лучший, но все равно я его съем, я его обожаю. Если вы хотите попробовать кейл чипсы, обязательно попробуйте. Кейл кранч, они как такие чипсики из овощей, но они не по вкусу не как овощи, они по вкусу как, я даже не знаю, как вкуснятинка. Ненавижу это слово. Я очень люблю чипсы от компании Danielle. Вот это чипсы из моркови, я их пробовала, они мне очень понравились. Потом сегодня я заказала чипсы из jackfruit. Я никогда в жизни не видела такой фрукт, он по виду очень странный, сейчас я вам покажу его. Вот так он выглядит. Он как яблоко, я бы сказала. Ох, у меня кондиционер включился. Да, очень вкусные, но от этой компании, Daniel, самые вкусные чипсы это из кокоса. Только, к сожалению, когда я заказывала все эти вещи, у них не было это в магазине. Но они скоро должны вернуться у них, так что если вы когда-то увидите кокосовые чипсы от Daniel, обязательно берите, они обалденно вкусные просто. Следующие вещи я вам покажу, это ореховые масла или пасты, как называется. Вот это моя самая любимая вещь. Я это уже покупала один раз у нас в магазине, и честно, это самая вкусная вещь на свете. Это как cinnamon bun, вот эта вещь в ореховой пасте. Вкус как нереальный, я вам всем советую. Я даже не люблю арахисы и все это, но вот это масло просто бог. Это от компании Peanut Butter and Co. Cinnamon Raisin Swirl. Так что это ореховое масло, cinnamon, как cinnamon называется, я не знаю, и с raisins. Изюмом. А что классно про ореховые масла, это то, что очень много сахара нету. Ореховые масла более соленые, в моем мнении, чем сахарные. Ну да, вот эта вещь просто обалденная. Я пробовала много маслов, и вот это мое самое любимое. Когда я была в Лос-Анджелесе, я пробовала от Justin's вот это масло. Это как нутелла, только здесь просто орехи и темный шоколад такой, да, горячий. Это очень вкусно, но опять это более соленое, чем сладкое. И мне, если честно, это не очень понравилось. Но я знаю, что вот эта компания очень классная, это натуральная линия, все здесь супер классное, полезное, очень много протеина, белков, полезные белки. И да, конечно, вам очень советую, если вам нравится нутелла, но вам не нравится, что она слишком сладкая, конечно, попробуйте эту вещь. Если вам нравится ореховая паста и масла и все это, но вам не нравится, что там очень много жирности, может быть, вы стараетесь бросить вес или что-то. Я лично не в этой позиции, так что я ем... Я вам очень советую PB2, он тоже там продается. А вкус прямо как ореховая масса, только здесь нету жирности. Я очень давно вам рассказывала про вот эту вещь, и, к счастью, я узнала, что можно это заказать на iHerb.
а просто мешаешь вот эту пудру. Это пудра просто высушенные орехи. Просто выжили все жиры, сделали в пудру, просто можно размешать с водой немножко, и становится как ореховая паста. Шоколадный. Берите шоколадный вкус, потому что оригинальный не очень вкусный, но шоколадный обалденный. Конечно, опять белки здесь полезные, только без жирности, так что очень классная вещь. Примерно год назад я нашла у нас в магазинах орехи вот эти, а cashews — это мои самые любимые орешки. Они такие масляные, вкусные, мягкие, и они в кокосовом вкусе. Это для меня просто был как рай, мне наплевать было, я такая: окей, беру, все, до свидания. И сейчас я его не могу найти у нас в магазинах, так что, конечно, когда я увидела на iHerb, я его сразу купила. Я уже открыла этот мешок и попробовала. Эта вещь обалденная. Если вам нравятся орешки такие cashews и вам нравится кокос, берите, серьезно, это очень-очень вкусно, очень сладко. Конечно, перебарщивать не надо, но так пару орешков никому не повредит. Следующая вещь я заказала, это вот такие бары, потому что, как вы знаете, часто я люблю брать такие бары, если я иду на работу или что-то, и утром я не хочу нажираться. Очень помогают такие бары. Я их видела в Америке, но почему-то я их не купила, так что решила их купить на iHerb. Это называется Flavor and Fiber, так что фибр и вкус. Это шоколадный брауни, в принципе, да? Нету молока, нету яиц. Так что, в принципе, это как полезный брауни, потому что здесь есть фибр. И я думаю, что мы, конечно, все знаем, что фибр нужен для хорошего пищеварения. Так что, конечно, я это попробую. Сейчас не буду это пробовать, потому что я это оставлю на случай, когда он мне будет нужен. Всего лишь 9 грамм сахаров, 140 калорий, 48% фибра, 4 грамма протеина, так что белков этих. Так что, да, попробую, конечно. Да, классно. Особенно если вы ходите в школу или на работу, вам надо что-то, потому что вы голодаете. Не голодаете, но если вы становитесь голодной, конечно, в школе или на работе, или где-либо, да. Следующая вещь — шоколадки. Американские шоколадки, я это обожаю. Вот эта шоколадка от Choco Love. Это темный шоколад. Здесь чили, перец такой горький, и вишня. Я это купила не только для меня, просто чтобы лежала в кухне, если семья захочет покушать шоколадки, вот, полезная, ну, более полезная. Конечно, шоколадка не может быть полезной, но здесь нету молока, потому что это темный шоколад, и, в моем мнении, это делает шоколадку полезной. Почему-то мне это очень нравится, потому что мне нравится, когда вещи такие горячие, рот в огне, мне это очень-очень нравится, так что. Я раньше пробовала от этой компании, тофи такие, всякие шоколадки, они мне очень понравились. Так что классная вещь. Американцы и шоколадки. Потом я купила вот такой сахар. Как вы знаете, я очень люблю пить чай. И когда я была в Whole Foods, я там купила чай один раз. И у них были такие пакетки. Вот так. Это называется Z-Sweet. Я думаю, что я уже 5 лет не использую настоящий сахар, потому что полезы просто в нем нету. Это пустые калории. И он не такой уж сладкий, да? Надо его использовать много, чтобы чай был сладкий, да? Так что я всегда пью чай без сахара. Совсем, если я пью там зеленый чай. Конечно, к зеленому чаю я не люблю добавлять сахар, но у меня есть всякие такие другие чаи, как я вам показывала в моих видео. Фавориты, о да, я в восторге. Если, например, фруктовый чай, я думаю, что к нему надо что-то сладкое добавить. Многие люди любят агаве, многие любят стивия. Но стивия немножко противна, если честно, я не могу вытерпеть. Потому что один раз я попробовала вот это из Whole Foods, и мне очень понравился. Потому что здесь нету сахара, здесь нету калориев. Здесь немножко стивии есть, и здесь эритронол или что-то. Это сахар, который есть в природе, так что он не искусственный, как вот эти спленда и все это, да. Мое мнение, он очень приятный, так что я решила его купить на этом сайте. Да, он не противный, это номер один. И он не очень сладкий, он просто идеальный сахар такой. И под конец я захватила такую кокосовую воду от One. Из гуавы немножко здесь добавлено. Я его еще не пробовала, но я очень люблю кокосовую воду. И ничего летом не бывает вкуснее, чем кокосовая вода. Самая вкусная кокосовая вода — это из кокоса. Она такая сладкая и вкусная. Но я решила попробовать вот это, всегда хотела попробовать, и я это не видела в Канаде. Так что, если вы никогда не пробовали кокосовую воду, обязательно попробуйте от бренда Zico, потому что просто вещи обалденные какие. Так что все, вот это все мои покупки из iHerb.com, потому что многие из вас часто меня спрашивают, что мне нравится от iHerb. Я сделаю такой список на моем блоге, оставлю вам ссылки на все мои любимые продукты, которые вы можете попробовать, если вы живете в России, никогда в жизни не видели даже такие вещи. И оставлю вам купон, код такой вещь, чтобы вы могли сэкономить $10 или $5 от заказа вашего. Так что обязательно посмотрите, если вам нравится еда. Мне немножко нравится еда, немножко. Так что да, это все. Я надеюсь, что вам понравилось видео и что было интересное. Обязательно посмотрите блог-пост, я оставлю вам внизу.
И это все. Пока!